Друзья, это новый влог. Сегодняшнее утро у нас начинается с Найхарна. Сейчас будем купаться. Впервые за 3,5 недели. Ты что, хочешь сюда? Ну давай здесь. Да, давай. Отличная погода. Солнечно. Ох, сейчас я покупаюсь, еще подзагорю. Потому что у меня до сих пор сохраняется водительский загар. Ну ничего, мы это скоро исправим. Буквально 3 раза надо вот так вот с утра сходить, и все будет отлично. Ну, народу дофига. Правда. И по поводу ваших комментариев, что не всегда получаются у нас такие динамичные, какие-то интересные влоги. Ну, понятно, я же работаю, с утра у меня не всегда получается. Поэтому, если есть возможность, куда-то ездим. Если нет, то как бы нет. Но зато я часто все это дело выпускаю. Куда-то, ну, давай прямо здесь. Особо ходить никуда не будем. У меня есть 2 часа практически до созвона. Сейчас покупаемся. Да я думаю, мы раньше уедем. 2 часа там меня не хватит. Я обычно, знаете, ну часик максимум. Так, это сюда. Самое главное. Знаешь что? Ключи вытащить. Ключик мне от байка не утопить. Будешь? Нет. Аккуратненько. Холодно. Нет, тепло. Офигительно. Очень круто. Найхарн мне тоже сильно нравится. Здесь примерно такая же прозрачная вода, как и на пляже, где мы были с тобой. Но единственное, только народу здесь много. Вот яйки окунуть надо. Вот это, конечно. Ой. Вроде тепло, но при этом все, я окунул, все в порядке, все под контролем. Давай. Давай, окунайся. Хорошо? Ну, да. Какая ты у меня красотка, а? Че все говорят, что ты худая? У тебя фигура супер же. Вообще огонь. Главное, что ты... Я так думаю, да. Не надо тебе толстеть. Ты стройная, хорошая. Да. Я вообще-то еще не окунулся. Ай, это холодно. Ну так нечестно. Нет. Мне надо самому это сделать. Давай. Что, будем по-русски? Бабка Серега. Ох, и сказала деду. Вот. Все, ребятушки, мы накупались, часик позагорали, надо почаще так делать. И через 3 раза я буду уже шоколадный. Я шоколадный заяц. Я ласковая медзая. Сейчас с тобой водички возьмем, еще часик покатаемся. Может быть, по коктейльчику где-нибудь выпьем. Надо мне еще покататься без футболки. Красота здесь, а? Не могу. Катюшка вернулась из мини-маркета. Сейчас попьем водичку. Я высыхаю уже. А это что? Сама не знаю. Это шоколадка? Выглядит прикольно. Блин, байк только вчера помыл. Смотрите. Да. А, ничего страшного. Ну что, вкусно? Смотрю на себя, будто бы подзагорел даже чутка. Да, через камеру рожа немножко красненькая. Потом посмотрю на обработке, как будет.
И даже ручки немножечко, да, вверх пошли. Но все равно есть полоска. И самое главное, что хотел сказать, тут такая движуха у нас началась 9 января на Пхукете, в целом по Таиланду. Вы уже писали об этом в телеграм-канале, типа, Ежов, а что там за херня, какие-то новые штрафы по поводу езды без прав? Да, действительно, 156-я статья закона о дорожном движении предусматривает до 3 месяцев тюрьмы или штраф до 10 тысяч батов за вождение без прав. Так что, друзья, если у вас их нет и вы хотите испытать, так скажем, букву тайского закона, то делайте это очень осторожно. В смысле, водите свои байки, если будете вот так вот приезжать. Но лучше, конечно, получите права. Я уж не знаю, каким способом, но... В общем, здесь все строго становится. Я как бы не испытываю никакого стресса по этому поводу, потому что у меня есть права и А, и Б. Каких-то случаев от знакомых, что их штрафовали на десятку или там сажали в тюрьму, я пока не слышал. Будем следить, и если какие-то случаи всплывут, вам обязательно расскажу об этом. Друзья мои, мы пришли на нашу импровизированную кухню. Катя приготовила тут вкусняшку вот такую. Макароны с курицей, тут какой-то вкусненький соус. Сейчас я это обязательно заценю. И морковка. И кофеечек. Гофеечек. Я уже очень соскучился по домашней еде, когда ешь постоянно в кафешках. Очень-очень хочется. А Катька у меня вкусно готовит, честно. Вообще моя. Ручки твои целовать буду. Вот так вот. Надо же. Надо же. Вот так вот. Все, приятного аппетита, друзья, кто ест вместе с нами. Наливайте тоже там чаечек, кофеечек. Вкусно? Мне нравится. А я тебе говорю, вкусно. Причем здесь молоко, я взяла обычное молоко, без какого-то вкуса, оно сладкое. Само по себе молоко прям сладкое, как будто туда добавили сироп какой-то. Правда? Угу. Я тебе потом дам попробовать. Вот. А взяли мы, а где? А вот это наше, да? Да, кофе. Вот так вот. Для этого мы взяли вот эту фигню, я не знаю, вроде кофе же, да, нарисовано. Кажется, что должно быть кофе, но порошок белый. То есть это как будто сухая мука какая-то. Ну, не мука, ладно, сухое молоко. Да это вообще на детское питание похоже, что мне когда ложку дала, типа попробуй. Да. Что за фигня? Просто сухое молоко без кофе. Холодное ведь, да? Очень теплое, честно. Прям честно. Прям для меня вообще идеально честно. Ты знаешь, я сама холода очень боюсь, но она прям теплая. Ты сейчас почувствуешь. Прыгать? Сегодня и правда очень теплая вода, Катюха не соврала. Я уже говорил, конечно, что надо почаще все-таки пользоваться благами цивилизации, потому что это освежает, так прикольно. Потому что у меня созвоны сегодня с утра до вечера были, вообще без конца, ни единого перерыва. А что, поесть есть? Приготовлю. Ага. Первый раз, когда мы сюда пришли, реально холодная вода была. Да, сейчас, наверное, нагрелась в течение дня. Ну и плюс мы приехали, еще такой был сезон, так себе. Ну, а да. Сейчас уже прям прекрасно. Насчет поесть ничего нету из мяса, только если эти крабовые палочки твои. С рисом? Давай, я буду с рисом или с макаронами. А крабовые палочки как? Просто из холодильника? Да, с мазиком. Никогда их не ем, не ела. Ну, пробовала. Ну, это не краб, это рыба. Ну, понятно, конечно. Крабовые бы стоили. Да. Несколько тысяч бат. Я не знаю, почему, но я их не в восторге от них. Кто любит крабовые палочки, ставит лайк прямо здесь и сейчас. Друзья, мы сейчас на Патонге, заезжали в Макдональдс. После ужина Катька меня спровоцировала, пришлось съесть Биг Мак. Моя сила воли, она куда-то ушла. Сейчас такая интересная ситуация была. Мы ехали с Катюшей по перевалу, с Равая Наката. Там, как обычно, стояли копы. Ну, мы там остановились, я покурил. И видим, там сидят наши сограждане из Питера. И они выпили, ну, вернее, водитель выпил бутылочку пива, и у него показывал алкоголь. Я ему дал совет, покури сигаретку, не в себя, потому что он бросил, и после этого иди копом и дунь, все будет хорошо. Причем сигареточку надо с ментолом желательно. Я эту тему просто знаю, поэтому работай. Что-то посидели, потрещали, потом к нам подходит злостный тайский коп и начинает через Google Translate нам... Ну, писать, переводить, показывать экран телефона. Это просто перевод был ужасный. А с людьми, которые подозреваемы полицией в чем-то, нельзя с ними разговаривать, иначе мы можем вместе с ними попасть, сесть.
Вот, и он был на самом деле очень грозный, я же испугалась, он на меня прям смотрит, а я сидела на лавочке, он на меня сверху смотрит и кричит: «Not talk, not talk!» Ну, типа, не разговаривайте, не разговаривайте. Потом он кричал еще: «Я не шучу!» Что он еще говорил? «Not joke, not joke!» Да. И прям такой серьезный, он в берете да. был, видимо, какой-то главный. Потом еще спрашивал: «You understand, you understand?» Я такая: «Ага, окей». Ну, правда, я немножечко испугалась, потому что, ну, я вроде ничего не делала, сижу на лавочке, так в небо смотрю, ко мне подходит, начинает на меня кричать. А в итоге туристы сами к нам подошли, очень сильно благодарили потом. «Ой, спасибо, ребята!» А мы на Патонге сидим, отдыхаем. Кстати, тоже веселая история была, я это не записывал, как мы искали стики мне для Айкоса. Ездили по всем этим кофешопам марихуанным. В итоге нам говорили, что нет, этого нет у нас, чувак, это вообще нелегально. Очень, очень забавно мне было слышать, нелегально, когда я захожу, а там трава везде. И к нам потом, это, она нас, ну все, мы уже уходим, и со спины она нас тормозит и показывает, такая, типа, надо. Это вообще в другом месте было, на Волкин-стрит, я такой, типа, мне нужны стики. А там есть такие чуваки с табличкой «Стаб», вот, они обычно все знают. Я говорю: «Мне нужны стики», показываю фотку, он куда-то ушел, говорит: «Не, нету, через недельку приезжай, будут». И его напарница такая подходит ко мне, думает, что я какой-то обезбашенный, отчаянный, такая: «Я говорю: не, не, спасибо». Ну, вы поняли, да, что она предлагала? Просто я осуждаю, заранее говорю. Типа то, что Андрей ищет стики, значит, он ищет какую-то нелегалочку, и, может быть, вот это вот ему тоже нужно, поэтому предложили. Так, вдруг прокатит. Вот такая история. На самом деле это очень странно, то что стики намного безобиднее, чем то, что они нам предлагали, но вот трава, она здесь разрешена, легализована, а стики это все, это нелегалочка, это наркота, нельзя. Ну вот так вот, суровые тайские законы. Да? Ну ладно, поехали дальше кататься. Поехали. Все, можно с Патонга валить. В следующий раз, если поедем в Макдональдс, лучше торговый центр. Желательно не кататься, а просто домой, потому что нам ехать еще минут 40. А еще мы сейчас зашли в Starbucks, вот он находится тут напротив. Хотели кружечки купить, но охерели от цен. Вот то, что у нас, помните, такие железные? Здесь стоит, блин, 1200 бат. За две кружки это 2400 бат, а в рублях это пятерок. Ну его нахер. Все, Катюха, в пляс. Привет, друзья, сегодня суббота, мы на 6-м этаже, сейчас завтракали, Катюха приготовила скрамбл с сосисками, булочки съели из Tesco Lotus за 32 бата с маслом и попили кофе. Сегодня у нас не так много дел, во-первых, заедем в обменник, надо будет наличные оттуда забрать, и второе, поменять Катюхин байк. У тебя завтра заканчивается срок аренды, мы тебе выберем либо что-то посвежей, либо заменим на клик. Ну, в общем, сейчас подумаем. Ну и давайте я вам покажу сегодня погоду. Прекрасная. Как мне здесь нравится, не могу. А завтра еще на 1 градус будет жарче, и солнце показывает. Сегодня показывает просто пасмурно, хотя... Ну, ты же знаешь, тут доверять как бы прогнозу не очень. Тем более, знаешь, иногда пишут, что дождь льет, да? Угу. Типа 60%, и при этом фигачит солнце, и мы сгораем на пляже. Угу. Ну, короче, очень странно. Да. Ну что, поехали собираться? Смотри, видишь, там котель лежит? Да. Это тот, который на крышу забирался рядом с нашей. Да, да, он очень любит вот там, смотри, пробираться, вот так вот к нам на балкон прыгать, потом на домики. Да. В общем, такой шебутной. Не знаю, видно его на GoPro. Ну, в общем, он вот тут. Все, погнали собираться уже. Ты мне показала топик. А, топик, да, у тебя шикарный. Катюх купила за 200 или 250 бат. 200 бат. И самое главное, интересное, тут это, расскажи, как она тебе да. подшила. Короче, у меня вот этот топик, он немножко, ну не то чтобы великоват, но просто широко было, вот, в две стороны расходилось. И женщина, которая продавала мне этот топ, она сказала, показала вот так, то, что вот, давай я тебе вот так сейчас сделаю. Короче, немножечко зашила здесь. Чтобы не сильно был большой вырез. Чтобы груди не влево-вправо не уходили, да. И так получше. Но я на самом деле еще чуть-чуть вот так сделала.
Давай заедем к ней, скажем, сори. Да ладно, я же сушить не умею, я сама это сделаю. Ну и по поводу номера, вы спрашивали, будем ли мы его менять. В общем, решили остаться здесь. Мне предлагали на третьем этаже какой-то вариант, но он был гораздо меньше. То есть у нас именно по квадратуре он больше. Ну и в целом мы привыкли к нашему балкону. Здесь у нас достаточно уютный закуток. То есть вот здесь нас не видно, мы сидим в полной приватности, так скажем. При этом, если пройти дальше, все равно прекрасный вид. Вот. Поэтому оставим все как есть. В общем, что дальше? На буквально 5 минут собираемся и делаем минимальные дела. И, может быть, снова покупаемся. И в этом влоге будет слишком много купаний. Передоз. Наоборот, потом будут писать, блин, да вы заколебали купаться. Сначала пишут, не купайтесь, а потом достали ваши пляжи, показывайте что-то еще. И нам надо будет, может быть, следующие выходные в аквапарк сгонять. Да, я очень этого хочу. Я тоже хочу, я люблю. Только Катюк сказал, что на страшных горках я кататься не буду. Ну, боится. А еще у нас 25 числа запланирован визаран. Так что тоже вам покажем, как это происходит. Я уже заплатил 1000 бат предоплаты. Нам забронировали места. И в 4 утра, по-моему, нас будут забирать отсюда. Или я в 4:30. Я не знаю, как мы это переживем. В автобусе сутки туда-обратно. Пипец. Вроде как, типа в 9 вечера мы будем только в номере. Вот. Но я возьму с собой компьютер, поработаю. Я думаю, что нормальное время проведем, ничего страшного. Тем более, это один денек всего. И говорят, там еще надо брать какие-то теплые вещи с собой, потому что в автобусе может быть холодно. Да. То есть там таец может врубить вообще на полную как бы свою шарманку, и будешь мерзнуть там. Ну ничего, возьмем толстовки и как-то оденемся потеплее. Я знаю, что ты мерзлячка. Я буду возмущаться, я приду к тайцу, буду говорить, давай порубайся. Потеплее, warm, please, warm. Он такой, no have, sorry, no have. Катюх, да не плачь, ты не плачь. С ним тебе лучше. Ты прямо так переживаешь из-за этого? Свыклась, да? Как друга отдаешь, да? Можно сказать. Ну, он идеальный. Мы тебя новее возьмем, не переживай. Вот так вот, прикинь, вот есть у тебя щеночек, и тебе говорят, мы его выкинем и тебя возьмем новее. Этот уже староват. Давай, забирайся за зарядки. А там в новых только Type-C, а здесь можно и то, и другое. Че, этот продлевает? Вот и не выпендривайся. Все, денежки сняли, как обычно в нашем любимом обменнике. И Катя что-то тут еще прикупила, я не знаю, что это. Ну хоть расскажи. Это, короче, такой коллаген. Так. Его нужно... Погромче только говорят, а не слышно. Его нужно как-то одеть на бутылку. Я не буду, если что. Да я себе. И все, после этого кожа засияет. Вот такая водичка получается. Она не до конца размешалась, потому что очень холодная. Ну, на, приятного аппетита тебе. Спасибо. Дали мы Катюхин байк. Нам очень понравился вот такой вариант. Но нам загнули 7500 бат. Это очень дорого за Гранд Килана. Да, он красивый, вопросов нет. Но ценник просто пипец. Тут тоже есть АБС. Цвет, сами видите, прикольный. Тут тоже нет ключа, зарядочка есть. За эти деньги проще клик новый взять. Дешевле будет. Давай, открою. Или скупи. Или скупи, я согласен. Не, ну это вообще какой-то капец. Ставь подписи, я тебя поздравляю. И давайте я вам покажу вариант, который мы взяли. Это Honda Scoopy, абсолютно новый. То есть здесь нет ключа. Вот, обратите внимание. Все плюшки у Кати будут. Тут более удобный крючок. Кнопочка, есть держалка тут же для телефона. И мой дар убеждения помог мне, потому что снимаем его всего за 5. При этом, повторюсь, он новый. Вообще очень рады, что нашли такой классный вариант. И у нас теперь одинакового цвета байки практически. Ты счастлив? Спасибо. О, у тебя и ключик красный, смотри-ка. Да. Спасибо. Есть немножко, да, там? Ну ничего, сейчас заедем, заправимся. Смотри, здесь бумажка. Сюда.
Я писала на той, которая предыдущая, а здесь все отпечатывалось. Сразу на две получается. Вау, ты что, это просто копирка называется. Я понимаю, то есть я ни разу не видела, чтобы договоры на такие составляли. Копирку-то я знаю. У меня то же самое. Да? Да. Я не знала, что договоры на такие. Я вообще котейку показать хотела, ему всего лишь месяц. Смотрите, какой красавец. А вон мамка отдыхает где-то. Блин, убежал. А? Мамка похожа на шотландскую, по-моему, да? Они такие бежевые, с коричневыми ушками, хвостиком. Вот. А этот похож, не знаю. Ну, Тайт сказал, что это мамка его. Может, он что, перепутал? Нет. Или не понял меня? Ну, такой вообще классный. Маленький. Один месяц его всего. Заехали на заправку. Ну, здесь мы уже были много раз. Что хотел сказать, что байк реально очень экономичный. Вот здесь влезает 8 литров, я уже проехал 308 километров, у меня 2 деления осталось. Поэтому в сухом остатке по Пхукету я могу на 8 литрах, ну, километров 350 проехать. То есть представляете, да, насколько экономия? Вот так вот. Катюха он тоже заправляется. 95-м на этот раз, а не 91-м, потому что это новый спикер. Я думаю, в соточку влезет. Но у меня так не кисло влезло, на 236 бат. По сравнению с Катюхиными, там 60, 70, 80 бат, здесь, конечно, бак гораздо больше. Ну давай хоть поделись. А то так скромна ты была, когда его снимали. Так я это, пыталась его понять, он же на англо-тайском, тайско-английском разговаривает. Я пытаюсь понять, что он мне объясняет, что мне нужно там писать. А ты кайт на стул, на стул. А мне надо было писать свой номер телефона, и такая, я рада. Ну, рада ведь. Ну, конечно, классно. Единственное, что вот эта вот штука, она очень Чё? Плохо. Разболтанная? Ну, такая, да. Ну, посильнее все. Да, по-русски чисто. И единственный минус, да, то, что здесь не вставляется, а уже готовая USB-шка. Да, а еще вот эта штука все-таки мне не очень нравится, потому что она очень высоко расположена, вот эта вот хрень. И, может быть, тебе и пойдет, у тебя байк по другому расположению всех этих ручек, а я хочу все-таки сюда купить, как у меня и было. Это высоко. Но ты же не можешь этот снять и ему потом не вернуть. Нет, ну, естественно, потом поставить, вернуть. Цвета очень похожи. Вот мой. Они разве отличаются? А вот Катюхин. Ну, может быть, чуть-чуть. Поставь хотя. Рядом. Я хочу их зафоткать. Рядом. Хорошо. На, держи мой шлем. У меня в итоге влезло 6 чем-то литров. На то есть там 1,8 литра где-то оставалось. На сколько бат? На 236. А у меня ага. На 40 бат. У меня 4 этих точечки было. Похожи они. И в этот субботний, теплый вечер, мы приехали снова на Найхан купаться. Отличная погода. Сейчас не так жарко будет загорать. Мы хотя бы не превратимся в угольки. Ну и в целом поприятнее, да? Чем когда пекло. Вот. Такие столько, дни у нас. Столько байков с красными номерами. Новенькие. Так, что, здесь спустимся? Вот этот PCX классный. Да, вполне. Нравится. Матовый. Ну, такого не было. Я с вами тоже доволен. Учитывая, что он практически новый был. Машинка. Да, кто-то забыл. Ух, ребятушки, как же это хорошо. Каждый раз об этом говорю, очень нравится. Доволен, конечно, что выходные вот так вот можно покупаться. Никаких созвонов. Голова разгружается просто моментально. И Катюшка ко мне, красоточка моя идет. А в Москве сейчас минус. Ой, аккуратней. Давай, протру. Такими же солеными руками? Да. Спасибо. Хорошо тебе, сладкий мой. Очень хорошо. Правда, я не понимаю, почему они темнее. Ну, потому что ты на солнце смотришь. У меня все так темно. Ой, как тепло. Классно. Дай ручку. Давай прыгнешь с плеч. Хочешь? Ну-ка, встань. Нормально тебе здесь стоять? Красоточка моя, красивенькая. С
все, теперь подписчики будут довольны, что мы постоянно купаемся в море и показываем это. Сейчас прилетит. Ну вы козлы. У нас там минус, а вы дразнитесь. Вот и Катя столкнулась с планктоном. Уходим, мне не нравится. Каляет, да, чуть-чуть? Да, очень, не чуть-чуть, как иголка. Ай, уходим. Нытик. Да в смысле, это больно. Вот то, что я тебе, помнишь, говорил на пляже с самолетами. Да. То, что вот такое легкое покалывание, как иголочки. Как медуза щиплется. Да ничего не будет. Я тебе говорю, не переживай. А что, пошли так быстро? Все, мы поплавали. 3 минуты. Что это за купание? Вода же теплючая. Приятного аппетита. Спасибо. Вот смотрите, ребята, итальянцы. Они, правда, не умеют без рук разговаривать. До этого вот этот чувак в синих шортах тоже болтал и тут размахивал руками. Может, видели в Инстаграме, прям был сторис отдельный, где девушка своего молодого человека из Италии просила, ну, типа, поговори со мной, но не двигай руками. И он такой пытается, а у нее руки все равно дергаются, она угорает над этим. Ну, классно, мы позагорали и покупались. Единственный минус — после моря весь в песке. И вытрясти его невозможно, пока не сходишь в душ. Вот в басике в этом плане классно. Но в басике от воды немножко сушит тебя. Короче, везде свои плюсы и минусы. Сушат? Да, после хлорки, меня, конечно. Вообще, у меня как раз после соленой воды, как будто я вся в милу какого-то в налете. Меня это прям очень сильно сушит. А басики нет. Не, у меня и басики сушат. Каждого свое. На, держи полотенце. Все, знаете, как ругалась? Говорит, у меня байк новый, а ты мне полотенце в песке отдаешь. Было такое? Жалуешься, да? Да. Заехали с Катюхой в Лотос, чуть-чуть закупились, у нас там мясо, мороженое, я еще смотри, булки взял, решил попробовать вот такие, тоже 32 бата стоят, типа бургеров, колбаски, вот, молочка, в общем, ничего особенного, ну и воды, конечно, возить ее удобно вот так много. Сейчас покушаем, главное помыться. А ты сначала со мной побудешь, пока я буду готовить, а то мне одно скучно. Не знаю, посмотрим твое поведение. Ляля, аж ну ты так ездишь на байке-то.